Веселые старты, а также зажигательные и азартные, яркие и захватывающие. Соревнования, проходящие в рамках 50-й спартакиады, призваны привить школьникам любовь к спорту, укрепить их боевой дух и научить работать в команде. Наблюдать за участниками состязаний – одно удовольствие. Ну а сами ребята, без преувеличения, ждут старты целый год. В соревновании принимает участие 19 команд со всего нашего района и из поселений, и, соответственно, около 300 участников. Команды формируются 6 девочек, 6 мальчиков и 2 запасных, соответственно, 1 девочка, 1 мальчик. И из наиболее сильных ребят 3-4 классов. Правила здесь достаточно просты. Во всех 5 конкурсах нужно максимально быстро и точно выполнить поставленные задачи и передать другому игроку эстафетную палочку. Сила, ловкость, смекалка – вот главные составляющие успеха. Чтобы стать обладателями заветных кубков и наград, большинство ребят усиленно готовились. Так Даниэла Филькина из Молоковской школы почти целый месяц провела в режиме серьезных спортивных тренировок. Во-первых, мы ходили на нашу физкультуру, которую вел наш учитель. Потом мы ходили на тренировки, наверное, 2-3 недели практически каждый день тренировались. Разные там эстафеты делали, прыгали на мячах, пытались правильно сделать ведение и быстро. Ну, это было интересно, и мы надеемся на победу. Хотят победить и ребята из первой бутовской школы. В прошлом году их сплоченная команда стала третьей на веселых стартах. Школьники рассказывают, что важно не только показать отличную физическую подготовку, но и умело взаимодействовать друг с другом. У нас довольно нормальная команда, ну, из мальчиков. Есть девочки, которые хорошо играют. Я рад быть в такой команде. Здесь самое главное – это участие и дружба. Мне здесь все очень нравится, потому что здесь очень весело. По результатам соревнований обладателями почетного первого места стали ученики Володарской средней школы. Екатерина Коваленко, Егор Хлябич, Елена Кошлева. Видное ТВ.